Прослушиваешь музыку, да, и рождаются образы такого открытого пространства, вообще вот она просто открывает тебя, да, такое бесконечное, светлое, действительно, ты правильно сказала, как свет, просто его видишь воочию, цвет вообще такой совершенно сияющий, белый, чистый свет, творящий, да, вот, и нежность такая, и причем это все, вот именно оно как творящее, вот такое ощущение, что оно прям вот из истока вот откуда-то вот идет из творящего, да, вот эти вот нежные звуки, такие чистые, да. Вот кто-то из девочек сказал, да, звучит там или флейта, или свирель, да, это, ну, как-то совершенно. Я чувствую полета, вот у меня было ощущение, что я просто лечу куда-то, да, лечу в облаках, там спускаюсь куда-то к гордым вершинам, там какие-то зеленые луга, потом снова поднимаюсь куда-то в пространство совершенно такое белое, светящееся. Ну, очень красиво, действительно, и красиво, и это очень здорово, она влияет просто, эта музыка, я думаю, что все люди должны просто слушать ее, такую музыку. У нас ответственность перед планетой, мы же знаем, что наши мысли творят, наши мысли, они должны быть вот такие чистые, такие добрые, вот, творящие, да, то есть образы наши должны быть такими.